В рамках антикоррупционного форума глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили назвал основные проблемы современной Украины. По его словам, уровень жизни украинцев низок из-за высокого уровня коррупции в стране. Три главных врага Украины и ее народа, по мнению Михаила Саакашвили, это коррупция, коррупция и еще раз коррупция. Из-за нее у людей опускаются руки. В чем причина того, что десятки миллионов семей в нашей стране не живут, а выживают в коррупции? То есть в том, что единицы наверху не перестают обдирать народ. В чем причина того, что люди живут с чувством безысходности из-за того, что для них не открываются новые возможности и не создаются новые рабочие места? Коррупции. Экономическая и социальная ситуации в Украине ухудшаются. И виной тому коррупция. Если ее победить, то Украина живет. Позитивный пример борьбы с коррупцией совсем рядом. Польша. Я недавно вернулся, буквально вчера с Польши. И помню тяжелые времена, когда эта страна, Польша, начинала борьбу с коррупцией и реформы. Я помню, в 1990 году я ездил туда своим друзьям. Я им провез из Украины колбасу, шпроты и утюги, которые они просили им привезти. Сегодня Польша 23-я экономика в мире. И по количеству населения почти соразмерима с Украиной. Ее ВВП почти достигает 550 миллиардов. Они достигли таких результатов путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией и стремительным реформированием. Польша и Украина 25 лет тому назад были на одном уровне экономического развития. Но сегодня это небо и земля. Причина, почему украинская экономика больна и никто не хочет инвестировать в наше государство, банальна. Тотальная коррупция.